Открытие обновленного магазина «Пятый элемент» в торговом центре «Корона» стало настоящим праздником для многих брещан. Зажигательная музыка, ростовые куклы, фото и игровая зоны. Пройти мимо не было никакой возможности. Страсти накалял и обаятельный ведущий Денис Курьян, приглашая принять участие в викторине и вручая победителям памятные подарки от «Пятого элемента». И вот торжественный момент. Красная ленточка в честь открытия перерезана. В Бресте открывается самый большой и красивый магазин «Пятый элемент». И можно отправиться за выгодными ценовыми предложениями и суперакциями. Я только зашел, но впечатление хорошее, красивое. Покупку будете совершать? Да вот я думаю купить ноутбук себе. «Пятый элемент» – крупнейший ритейлер электроники и бытовой техники в Беларуси. Его сотрудники находятся в постоянном поиске новых идей и их воплощения. Забота о клиентах и их комфорте – одно из приоритетных направлений деятельности компании. Смена адреса это подтверждает. Площадь нового магазина в торговом центре «Корона» составляет 1000 квадратных метров. И как следствие, у жителей Бреста есть возможность покупать электронику и бытовую технику в более современном и оснащенном магазине. Сегодня сделать покупку в «Пятом элементе» легко и удобно, а главное, есть возможность из чего выбрать. 100 тысяч позиций на сайте. В магазине, конечно, меньше, но все можно заказать. Все привезут в течение 2 дней с консультацией либо на колл-центре, либо на сайте, либо в магазине. На будущее хотелось бы стать лучшим выбором для людей. В новом магазине «Пятый элемент» в Бресте линейка товаров представлена ведущими мировыми производителями. Samsung, LG, Bosch, Siemens, Philips и Electrolux, Panasonic, Sony, Tefal и Ravento. С 2008 года «Пятый элемент» – официальный представитель белорусского «Горизонта», «Атланта», «Витязя» и «Гефеста». IT-технологии, компьютеры, телевизоры, варочные панели, стиральные и посудомоечные машины, пылесосы, планшеты, телефоны. Как говорят руководители компании, в «Пятом элементе» можно приобрести все, начиная с маленького телевизора на кухню до новейшего, с Wi-Fi и большой диагональю для семейных кинопросмотров, от новой коллекции посуды до современной кофемашины, от компьютерной мышки до супермощного игрового ноутбука. Покупателям предоставляется возможность заказать товар по интернету в специально оформленной зоне. Доставку можно оформить и прямо домой, и в магазин. Вот эта возможность прийти в магазин и технику сравнить с какими-то другими моделями, да, получить дополнительную консультацию, она такая вот в нашем ритейле очень серьезная. Это потребность. Из всех интернет-заказов 100% 80% забираются в магазинах, потому что ну вот, через вот эту вот историю, да, поконсультироваться, потрогать, часто оформить кредит, потому что выбор, конечно, на площадке кредитов существенно больше. Если это товары длительного пользования, то лучшие кредиты, они, конечно, здесь у нас в магазине вместе с банками-партнерами. Действительно, именно в магазинах сети «Пятый элемент» впервые в нашей стране была реализована продажа бытовой техники в рассрочку без переплат. И сегодня самые эффективные кредитные программы белорусские банки предлагают покупателям «Пятого элемента». Преимущество еще и в том, что формат нового магазина позволяет оформить покупку достаточно быстро, поскольку сервис-зоны и зоны кредита, кассы и выдачи товаров объединены в блок. О доставке товара также позаботится «Пятый элемент». Выгодно, быстро, удобно. Также работает программа лояльности с начислением бонусов за покупки. В клубе покупателей более 1,5 миллиона белорусов. И еще одна фишка от «Пятого элемента» – услуга дополнительного сервиса «Защита Плюс». А это расширенная гарантия и возможность на протяжении этого срока обратиться в магазин за помощью в случае возникновения вопросов и проблем. Купили в этом прекрасном магазине хорошую швейную машину, потому что у нас как бы было... советская, в дедушке 14 апреля 55 лет, и решили подарить швейную машину. Магазин прекрасный, просторный, красиво, чисто, аккуратно, продавцы все очень вежливые, приятно сюда заходить. Только компания, в которой понимают, что покупатели – это главный актив, имеет перспективы на рынке, считают специалисты торговой марки «Пятый элемент». А потому весь коллектив прилагает максимум усилий, чтобы услышать и понять клиента, сделать процесс покупки легким, а желание вернуться в магазин – естественным. В «Пятом элементе» все работают только на пятерочку.